дощатый нар и восемь хороших парней. В палатке играет гитара, девятый играет на ней. Разведки осталось на сборе десяток последних минут. Разведка вернется не скоро, без боя ее не вернут. Все восемь уйдут с темнотой, все восемь погибнут к утру. А ты им про чувство святое к соседке своей по двору. Но слушают песенку все же и даже грустят в тишине. Неужто соседки похожи на этой случайной войне? В палатке дощатые нары и восемь хороших парней. В палатке играет гитара.